По итогам 2019 года МФЦ Московской области приняли почти 23 миллиона обращений граждан. Одним из лидеров по числу принятых заявлений стал Одинцовский многофункциональный центр, сотрудники которого в минувшем году приняли и обработали 501 тысячу обращений. По словам главы округа Андрея Иванова, муниципалитет продолжит оказывать поддержку нашего МФЦ, принимая во внимание большую социальную значимость его услуг.